Что внизу, то вверху. Бахтинский, эзотерический, эмпирический. Я лирическая героиня у Бога. Он создает меня, создает сюжеты моей жизни, сталкивает меня с разными персонажами на моих путях. Я наивна, автор нет. Он знает многое из моей жизни, того, чего не знаю я. Я обладаю некоторой свободой и собственным характером. Иногда автор отпускает меня на волю и смотрит, как я накосячу, и смогу ли выбраться самостоятельно из жизненных передряг. Чтобы увидеть иллюзорность своей свободы, достаточно самому стать автором и завести себе лирическую героиню или нескольких героев. Только так, непосредственно опытным путем, можно прийти к познанию автора и структуры его мира. А можно сделать своего лирического героя писателем и тогда постичь через него законы микромира. Если древние утверждали, что вверху, то внизу, то современный человек идет противоположным путем, познавая мир снизу, что внизу, то и наверху, что внизу, то и наверху.